Привет, это Реборн, и сейчас, наверное, мои зрители все удивятся, потому что обычно я делаю реакции только на трейлеры к фильмам, сейчас я решил разнообразить немножечко контент, потому что появился такой шанс, ведь ночью вышел клип Little Big Uno, это песня, с которой они будут выступать на Евровидении, и ну, я не смог пройти это стороной, захотелось посмотреть вместе с вами клип и немножечко его в конце обсудить. Песню я уже слышал, клип еще пока что не смотрел, поэтому сейчас будут мои первые впечатления, так сказать, первая реакция, так что ничего не будет наиграно, будет все идти от сердца. Если мне не понравится, скажу, что мне не понравится, если мне понравится, скажу, что мне понравится. Хотя я читал очень много отзывов, то что клип как-то не такой, как у Little Big обычно бывает, но это и понятно, потому что они только недавно узнали то, что они будут выступать на Евровидении, поэтому... Простительно, в этот раз будет простительно, если вдруг мне клип не понравится. Но давайте же его посмотрим. Так. A little a big. Как же это странно выглядит. I'm gonna call you my sweet señorita. I'm gonna leave up the night only with ya. Блин, какие костюмы, а? Нормально. Танцующие толстячки, это всегда классно. Блин, почему мне от этого так смешно? Бэк-вокал прям офигенный. Я надеюсь, меня слышно. Ну, клип прям очень простенький пока что. Хоть что-то они свое привнесли, вот с этим толстячком, например. А так был бы просто обычный, ничем не примечательный клип вообще. Господи, почему в припеве такой, так, блин, обычное вообще движение? Вот Skippy Dee был офигенный танец, здесь они что-то вообще ничего не придумали. Давайте нам толстячка побольше, все остальное здесь скучновато. Мое желание исполнилось. Не, ну припев так нормальный. Только мужики поворачиваются. Ну это смешно, да. Не так необычно, как обычно, но все равно немного улыбает. Ну-ка. Давай, давай, последнее движение. Нет? Ну что, ну ты чё, чувак, сейчас упадешь. Нормально. Короче, что я могу сказать? Где-нибудь вот так вот просто остановим, типа, о, на толстячка, отлично. А, песню я слышал еще ночью, и я сразу отметил для себя то, что это как-то, мне кажется, не Little Big. Обычно они делали что-то более... можно сказать, жесткая. Жесткая в том плане, что она более, как бы, я не знаю, не похожа на все остальное. Здесь что-то прям отдает очень, очень сильно попсятинкой, как по мне. Поэтому просто, ну, какая-то очень простая, беззубая песня. Все думали то, что Little Big поедет на Евровидение, и что-то будет, типа, Skippy Dee, например, с такой же сильной энергетикой, с какими-нибудь зажигательными танцами, чтобы люди тоже повторяли за ними, но...
Песня прям, по-моему, очень и очень беззубая. Насчет клипа. Насколько я слышал, возможно, я не прав. Клип снимали на деньги Первого канала, и он выглядит очень дешево. Окей, я согласен насчет того, то, что его снимали, ну, максимум, наверное, со 2 марта, потому что, по-моему, 2 марта только узнали Little Big, что они будут выступать на Евровидении. Но почему им не сказали заранее, я вот не знаю. Или почему нельзя было выпустить попозже клип? Возможно, я в чем-то не разбираюсь, потому что Евровидение до этого я не смотрел, потому что там выступали неинтересные мне исполнители. Сейчас я за Евровидением буду следить, потому что Little Big — это самая лучшая, наверное, сейчас группа у нас в России. Все остальные, вот я реально говорю, все остальные какие-то стерильные. Но с этой песней я вот, честно, я не знаю. Я надеялся на то, что Little Big выиграет Евровидение, но эта песня как-то мне не внушает доверия. Но все равно посмотрим. Припев... Потанцевать под него можно, правда, не так, как они танцуют, это бред какой-то. Клип никакой, но спускаем это на то, что было мало времени, и, возможно, они не успели. Хотя с теми мозгами, которые есть у них, у Little Big Family, там, и Джарахов, и Музыченко, и Ильич, там, много у них креативных людей, и они придумали вот это вот, и я не знаю, почему так, почему именно, вот, не знаю, что, ну, что получилось, то получилось. По крайней мере, я слышал о том, что... Этот клип стал самым просматриваемым из всех заявок на Евровидение, поэтому уже что-то есть. Ну и, наверное, все. Больше мне сказать нечего по этому клипу. Давайте, наверное, заканчивать. Если вам видос понравился, не забывайте ставить под ним лайки. Не понравился, ставьте дизлайки. Кто же вам будет запрещать обязательно? Подписывайтесь на канал, если вы здесь в первый раз. Оставляйте комментарии по поводу клипа, по поводу моей шикарной реакции. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока!